у меня была мечта. Собрать лучшую команду и, совершив невозможное, стать олимпийскими чемпионами. С этого дня в сборной новый тренер. Что это? Моя команда. Я приношу за игру по 30 очков. Кто еще так делает? Да вы русский! А вы никогда нас не понимали. За сколько 100-метровку пробегаешь? 11.7. Медленно для тебя. Мне такие глаза в сборной не нужны. Ты только не говори никому. Сколько ты забиваешь? Сюда! Мало. А когда пас даешь, сколько забивает? Почти всегда. Понял? Нет. Но это пройдет. Мы должны обыграть американцев. Ведь все знают, что это невозможно. Пока невозможно, потом возможно. Вот зачем он брал ответственность за нас? Победителей не судят, а вот проигравших. А может, нам не играть вообще? Игра – это все, что у нас есть. I want you to make them play you again, not this. Никто, кроме тренера, не верил в то, что мы можем выиграть. Пока живой, все можно. И мы жили этой игрой. Движение вверх. 3 секунды! В кино с 28 декабря.